Здравствуйте, наши маленькие телезрители, а также их родители и сянмэсэс. В эфире программа «Бергаляп Ираник», программа для тех, кто любит учить татарский язык. А помогает нам учить его легко и весело наши команды, с удовольствием их с вами знакомлю. Сегодня в кресле игроков семья Файзрахманова, Зухрай и ее мама Алия. И сянмэсэс. И семья Саберзяновых, Алия и ее папа Алмаз. Любимое занятие Алии – учить стихи. Она участница многочисленных конкурсов, и зрители хорошо принимают ее творчество. Давайте посмотрим. Эй, тәлі көбелек, сілешік біргелеп, бұ қадар көп ұшып, армысың сен нешік? Нешік сын тұрмышын, нешік кен көрмішін, сіле бір шеті зіп, табаламсың ризық. Бик матур болды бұшығыш. Алия, какие поэты тебе нравятся? Чьи стихи ты любишь читать? Абдулла Тукай, Роберт Минулин, Елдас Минулина. Елдас Минулина. А какие стихи нравятся? Ну, помнишь какие-нибудь названия? Узелимде, Уйнатма, Балаблен Кубелек. Мы поняли, что это стихотворение тебе особенно нравится, и это было прекрасное исполнение. Алмаз, ваша дочь уже пишет стихи сама? Біркін язып қараған, лекін әті әліге болмейді, лекін мен қалса аның тұрышлығы бар, аның қиялы да өзінің мақсаты да бар, аның тұрышлығы да бар. Шығыра келгенде өзі мұна ятлы, өзі ирәне, әдірі керек гимназиде аның нәфес сөз бойынша ұстазы деп әйті, ұқытушысы біздің легендар Эльмира Хамматова аңа білім бере. Вот такие наставники есть у наших сегодняшних героев. Желаем вам дальнейших успехов. Биг зурахмат сізге келуіңіз үшін. А во второй команде Зухра. Она с 4 лет занимается народными танцами, синхронным плаванием. Она активистка класса и просто большая молодец. Зухра, скажи, пожалуйста, сложно ли совмещать и народные танцы, и синхронное плавание, потому что это, ну, два абсолютно разных занятия? Синхронное плавание – это танцы на воде. И мне совсем не трудно сразу с двумя заниматься. Очень здорово. Алия, насколько я знаю, у вас 2 дочери. Младшая дочь очень творческая, а старшая похожа на нее? На самом деле они совершенно разные. Совершенно разные. И можно сказать, говоря о Зухре, о том, что она очень ответственная. Она ни влево, ни вправо никогда не меняла свой выбор. Если у нее что-то не получается, она добивается этого. Она может до 3 ночи писать диктанты и так далее, пока у нее не сложится на отлично. У нее даже, можно сказать, синдром такой отличник. Да, перфекционист. Камилле кетрашуще балаул. Хам шулай бирлиге билен минан гурурланам. Настоящий молодец. Большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Мы познакомились с нашими командами, а сегодня мы будем говорить об одном из самых любимых наших мест. Это квартира. Фатир. В эфире программы «Бергаляп Ираник». Правила первого тура очень простые, уважаемые команды. Сейчас вы услышите рассуждения детей, которые говорят о разных местах в нашей квартире. Ваша задача угадать, о чем же идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Готовы, Азер? Готовы. Смотрим. Там есть кровати, полки, цветки. Там есть кровать. И у нас там в доме 2 кровати. Там. Мы всегда там спим. Иногда мы там смотрим телевизор. В сказке Чуковского оттуда выходит мой Дадыр. Итак, Алия, в каком же месте мы спим? Спальня. Уверена? Спальня? Да. Я принимаю этот ответ. Это правильный ответ. 1 балл получает твоя команда. Спальня по-татарски «йоқы бөлмәсе». Продолжаем с Зухрой. Зухра, внимательно смотрим на экран. Там есть камин, диван, дерево искусственное. Да, самая большая комната в доме. И с работы, или школы, или садика возвращается, мы всегда там смотрим телевизор или общаемся на диване, там сидим. Вешают картины, ставят диваны, включают музыку и встречают гостей. Итак, Захря, о чем же шла речь? Гостиная или зал. Гостиная или зал? Я принимаю этот ответ. Это действительно гостиная. Аплодисменты. 1 балл достается тебе. Гостиная по-татарски
Хунах Бульмесе. Мы продолжаем нашу игру и внимательно смотрим на экран. Мы хотим там сделать ремонт, чтобы там были обои розового цвета. Ну, светлый розовый цвет. Ну, там есть игрушек полно там. Там сбоку две постели, шкаф. Там три деревца стоит на нем. Это где разбросаны игрушки повсюду и детские кровати. Когда мама заходит туда вечером, обычно ругается, потому что там постоянно беспорядок. Мы там делаем уроки, мы там одеваемся. Итак, Алмаз, в какой же комнате мы делаем уроки, там разбросаны игрушки, да, конечно, мы там играем. После слова «беспорядок» мы поняли, что за комната – это детская. Это детская комната. Но вообще, вы ругаете детей за беспорядки? Не ругаем так, ну, конечно. Но замечания делаете? Замечания делаем, учим, что за собой надо всегда убирать. Это очень здорово. Кстати, это был правильный ответ. Аплодисменты. Один балл вашей команде. Это детская по-татарски «балалар бульмясе». Ну что ж, продолжаем с вашей командой. Внимательно смотрим. Мама больше всех там бывает. Она берет плен и не отпускает иногда по полдня. Ай, ну кого сидеть, все там мы кушаем, смотрим телевизор. Чтоб там завтрак, на обед или на ужин готовить. Где мы едим и где тарелки кладем. Это где нам готовят и где есть холодильник, плита и микроволновка. Духовка, еще холодильник с морозильником. Итак, Алия, где же находится тот самый холодильник с морозильником? Ну, на самом деле, это прям мой вопрос. Да, это мамина комната, все говорят, кухня. Но на самом деле, это действительно мамина комната или по-другому кухня, которая по-татарски будет аш бульмясе. Ну что ж, мы продолжаем. На очереди пятый вопрос, поэтому берем игрушки в руки. Сейчас ваша задача досмотреть до конца видеоролик, услышать мой вопрос, и только после этого, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Внимательно смотрим. Я думаю, что там хранятся какие-то вещи. Там лежат варенье, яблоки, щетки, удочки, велосипеды. Все ненужное. Маленькая комната, и там хранится сахар, мука. Туда убираем летние вещи. Итак, о чем шла речь? Захра была первая. Захра? Кладовка, темнушка. Кладовка или темнушка? Я принимаю этот ответ. Алия, давай услышим твою версию. Чердак. Чердак. Я принимаю оба ответа, но ближе всего к правильному ответу были Зухра и Алия, потому что речь шла о чулане, щелан, и именно вам достается один балл. Ура! И со счетом 3-2 в пользу Зухры и Алии мы переходим во второй тур нашей программы. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова на тему квартиры, которую мы сегодня выучили. Итак, Зухра, как будет по-татарски спальня? Яка бульмесе. Дрес. Алия, как будет по-татарски гостиная? Кунак бульмесе. Верно. Зухра, как будет по-татарски детская? Балалар бульмесе. Именно так. Алия, как будет по-татарски кухня? Аш бульмесе. Аш бульмесе, шинанда. И Зухра, как будет по-татарски чулан? Щелан. Верно. Ну что ж, уважаемые команды, сейчас на экране появятся те самые места, о которых мы говорили. Это детская, это кухня, это чулан, но в разном порядке. Ваша задача запомнить их расположение, у вас на это будет 15 секунд, и потом ответить на все вопросы. Итак, готовы? Да, я. Барвлян хорибас, он биш секунд. Итак, время вышло. Алия, начнем с тебя. В какой ячейке находится детская балалар бульмасе? Сигазинше. Сигазинше. Давайте открывать восьмую ячейку. И там... Там действительно детская. Аплодисменты. Один балл. Итак, Зухра, в какой ячейке находится кухня? Ош бульмасе.
Беренче. Беренче сон астында, ошабыз беренче сонны хам тик шерабыз. Онда шинанда ош бульмес, это правильный ответ. Алмаз, играем с вами, в какой ячейке находится чулан? Чулан находится под номером 6. Открываем номер 6 и проверяем, и это правильный ответ. Еще один балл. Алия, в какой ячейке находится гостиная? Пятый. В пятой. Вот так уверенно ответили, давайте проверять. Пятый. В пятой, действительно. Ну что ж, на очереди пятый вопрос. А пятый вопрос мы, как обычно, разыгрываем с помощью наших игрушек. Берите игрушки. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Внимание, вопрос. В какой ячейке находится спальня? Захра? В какой ячейке находится спальня? Тугызынче. Тугызынче. Уверена? Да-да-да. Да-да-да, сказала мама. Давайте смотреть ячейку номер 9. Там находится спальня. Аплодисменты. Молодцы. После второго тура Зухра и Алия оказались впереди со счетом 6-4, но впереди третий тур нашей программы. Прежде чем начать третий тур нашей программы, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Спальня – йоқы бульмасы. Гостиная – кунақ бульмасы. Детская – балалар бульмасы. Кухня – ош бульмасы. Чулан – Щелан. Уважаемые команды, сейчас вы услышите песню, посвященную теме квартира. Там будут разные комнаты, разные слова, но ваша задача написать только те слова из этой песни, которые мы сегодня выучили. Если вы готовы, то внимательно слушаем. Вот такая игра, вот такая песня. Итак, давайте узнаем, как же ответили наши команды. Алия, Зухра, что написали вы? Аш бульмесе, кунак бульмесе, йоко бульмесе. Я принимаю этот вариант ответа. Так, Алия, Алмаз. Аш бульмесе, кунак бульмесе, йоко бульмесе. Йоко бульмесе. Обе команды дали одинаковые варианты ответов. Давайте услышим правильный. В этой песне прозвучали следующие слова. Аш бульмесе, кунах бульмесе, йоко бульмесе. И обе команды получают по одному баллу за правильные ответы. Пора подвести итоги нашей игры. В сегодняшней программе побеждают Алия и Зухра Файзрахмановой. Мы поздравляем вас от всей души. И обеим командам мы вручаем подарки, которые, я думаю, что будут напоминать о нашей теплой и действительно веселой встрече. С вами было, если честно говоря, очень интересно, очень весело играть. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Наша программа подходит к концу. Топшурубас озагана яхконлаша, дослар тиллерне иренегес, туган тилегезне онотмагас. На сегодня все. Келесо ищерашу ларга хадер. Сау булагас! Сау булагас!